Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня я вам покажу, как сделать новогодний интерфейс на любом сервере. И нужно его перед этим скачать. Ссылочку я оставлю в описании, сейчас я покажу, как его скачать, как установить, так что с вас теперь на Лукасы. Все-таки я решил, так сказать, да, сборку я не смог сделать новогоднюю, потому что мало материала, чтобы сделать новогоднюю сборку в КРМП. В сампе этого валом, а в КРМП нет, пацаны, я не могу этого сделать. К сожалению, сделать достойную сборку, но зато могу порадовать вас всякими плюшечками, интерфейсами и так далее. В принципе, поэтому с вас Абрина Лукас, и подписывайтесь на канал, не забывайте ставить колокольчик, это тоже важно. Итак, давайте я вам покажу, как же скачать и установить интерфейс, и какой же он будет. Итак, скачать его интерфейс можете с Яндекс.Диска, я ссылку на Яндекс.Диск оставлю в описании, в принципе. Весит все это дело вообще мало, вот эта ссылка будет, если что. Короче, вот это, эти два файла, вот один файл и два. Что вы делаете? Вы просто нажимаете и скачиваете два этих файла. Нажимаете скачать. Оно у вас скачивается, вот, у меня оно скачалось. В принципе. Вот эти два файла, все. Теперь, что мы делаем дальше? Кстати, когда вы будете устанавливать, игра обязательно должна быть выключена, и мультиплеер тоже. Смотрите, что вы делаете потом. Вы заходите в свою папку с игрой. У меня это DC. Так, сюда, вот. Заходите в папку с игрой, вот. Папка с игрой, GTA Criminal Russia. Заходите сюда. Потом заходите в папку мультиплеер C. И в папку дата, вот. Дата папка. Заходите сюда. И теперь берете и перекидываете вот эти два файла. Берете вот эти два файла, перекидываете вот сюда, в эту папку. И нажимаете заменить. И продолжить. Все, видите, у нас оно заменилось. Вот, все, заменилось. Вот, так легко это делается. Давайте сейчас зайду на сервер и покажу, как это все выглядит. Короче, вот я зашел на сервер. Вот так это все выглядит. В принципе, давайте нажмем дома. Заходим, появляемся мы дома. Это уже хорошо, что мы появились хотя бы. Это уже радует. Так, вот такой вот интерфейс, пацаны. Вот так все выглядит. Вот такая вот мышка. Мне очень мышка нравится. Такая, знаете, синяя снежинка еще такая-то нарисована. Блин, ну очень круто. Мне очень нравится. Вот такая вот елочка. Да, не спорю, прям не пиздец, как круто, но все равно докажите. Блин, ну так намного лучше играть, я думаю, будет. Как бы более атмосфернее, потому что снега такового на сервере нет у нас. Именно не идет снег там. Нет такой системы, а здесь такой снежок, елочка наряженная, вообще все круто. Также в ММ, видите, он вот здесь красный у нас, мышка прикольненькая такая, мне нравится, мне нравится. Вот, везде это такая фигня, короче, происходит. Мне очень нравится, поэтому, кому понравилось, можете устанавливать. В принципе, оно будет работать на всех серверах, Неважно, какой сервер, на всех серверах будет это работать, если что. Поэтому устанавливайте, наслаждайтесь. В принципе, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was